Привет, с вами Алексей Шутько, у меня новая флейта поперечная. Собственно, суть запроса заказчика была в том, чтобы получить звук бансури, индийской флейты, и при этом с легкостью играть хроматизмой. Это такой случай беспрецедентный. Флейта имеет 10 игровых отверстий. Собственно, что было сделано, это система от хроматической сопилки. Ну, а система вдувания, как у бансури, и соотношение, и все остальные физические свойства, как у бансури. Попробую что-нибудь сыграть, конечно, хват и все здесь не очень привычно, но тем не менее, я считаю, что добился именно того, чего просил заказчик.